Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев утром 3 января заехал к дежурным муниципальным ЦУРе, чтобы узнать о трудностях первых дней 2021 года, а затем оценил состояние уборки дорожной сети и детских площадок, проехав по нескольким адресам. Утро 3 января для главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева началось с проверки работы дорожных и коммунальных служб. Накануне 2 января сильный циклон накрыл столичный регион. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за расчисткой дорог, придомовых территорий, детских площадок. В Центр управления регионом поступило несколько жалоб на неубранные территории и гололед. Михаил Токарев взял процесс уборки под личный контроль. Новогодние праздники не повод расслабляться нам, тем более нашим всем коммунальным службам. Но, кстати, не только наша коммунальная служба, это и транспортники, и дорожники, и управляющие компании, и предприниматели тоже, которые также каждое утро и каждый вечер по погоде выходят на свою территорию, за которую они отвечают, да, и тоже занимаются ее уборкой. Сегодня на повестке дня у нас новогодние праздники. Основные вопросы это какие? Это содержание территории, содержание в нормативном штатном состоянии территорий, общественных пространств, детских площадок. Видимо, сегодня дороги как чистят. Основная задача какая? Чтобы нашим жителям, да, которые в Новый год сейчас отдыхают и выходят на улицу гулять, чтобы было, безопасно, чтобы не было наледи, да, но чтобы было, конечно, комфортно ходить не по сугробам, а все удобно, комфортно и безопасно, еще раз я повторяю. Мы все знаем, что в новогодние праздники, 1 января, особенно 2-го, на нашу территорию был антициклон. Сначала это был ледяной дождь и снег, вот все перемешалось, да, и помним, и наледь, как вот 1 января наши дорожные службы, коммунальные службы с ней боролись. В целом хочу сказать, что работа налажена, организована. Мы сегодня специально выехали, посмотрели, как убираются и детские площадки, и дороги, которые в зоне ответственности муниципалитета. В целом все работает, взаимодействие организовано. Ну и, конечно, здесь тоже важно учитывать вот и, как сказать, и быстроту реакции, да, что выпал снег, конечно, хочется как можно быстрее, как можно качественнее и чище все было убрано. За этим мы смотрим. На сегодня пока все хорошо. Еще накануне праздников снегоуборочная техника была подготовлена для экстремальных погодных условий. Сейчас работа по расчистке снега и вывозу навалов ведется круглосуточно. Сотрудники МБУ благоустройства чистят детские площадки, ступеньки на горках и карусели. В уборке дорог задействовано 47 единиц техники, 12 тысяч тонн реагента. Всего в округе организовано 9 площадок для хранения снега. Владимир Новоселов, Елена Георгиева, Ярослав Акимцев. День города.